Меньше времени в очередях в регистратуру перед кабинетом врача, значит, выше эффективность работы. И это уже не перспектива, а реальность ряда российских поликлиник. В Ульяновской области новые стандарты в сфере здравоохранения впервые начали применяться в 2016 году. И осталась без внимания поликлиника областного онкологического диспансера. Совсем скоро медучреждение будет не узнать. Капитальный ремонт затронет холл первого этажа здравницы. Цена вопроса составила 2,5 миллиона рублей. Здание лечебного учреждения является неприспособленным. Ввиду этого в настоящий момент администрация учреждения старается на всех возможных условиях организовать удобные для пациента условия. В левом крыле первого этажа обустроят холл и просторную гардеробную, информационные стенды, новая мебель, телевизоры, стеллажи для картотеки. Все это установят после завершения отделочных работ. Изменится система приема пациентов. Регистратуру планируют сделать открытого типа. А попасть к врачу можно будет по электронной очереди. Ремонт идет уже в течение 2 недель. Приблизительный срок окончания ремонта – это конец октября, начало ноября. К этому же проекту хотелось бы ввести новую программу. Это глобальную запись по колл-центру по единому номеру. Сокращается и время обследования пациента. Диагнозы ставят точнее, процедуры становятся безопаснее. Это благодаря новому медицинскому оборудованию. Его приобретают в регионе по нацпроекту здравоохранения. Так, в отделении радионуклидной диагностики установили современный ламинарный бокс. Этот аппарат используют для безопасной для пациентов и сотрудников работы с радиофармпрепаратами. Мы здесь создаем, приготавливаем день исследований для всех пациентов, что у нас проходят. Радиофармпрепараты, которые обладают радиоактивностью, соответственно, качество этих препаратов должно быть на самом высоком уровне. Этот шкаф как раз позволяет нам это сделать. Преимущество новой установки – хорошая защита от радиации, возможность работать в абсолютно стерильных условиях при наборе препарата для пациентов. Бокс оборудован автоматической системой набора шприца, что уменьшает время взаимодействия медработника с вредными веществами. Получены также 2 новых гамма-детектора. Это аппараты для обнаружения проведения биопсии сигнальных лимфатических узлов. Алина Тихонова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.